Согласны ли вы взять в мужья Горина Александра Аркадьевича? Согласна. До сих пор нет никакой информации, почему отсутствовал Горин. На мать похож. И ноги идеальные. Назвал-то как? Надя. Горина! Это мама там? А мама вообще что делала? Ты таксист, а она кто? Врач. А как семья? Гордятся вами? Я пытаюсь изо всех сил. Я так хочу, чтобы наша дочка тобой гордилась. Легенда без номера. Сегодня этот человек вернулся в родные пенаты, чтобы влиться в команду. Ну ты не расстраивайся, на самом деле молодец. Да вы что творите, черти? Папа! Надюш, это все ради тебя. Нас не догонят. По-русски тебе говорю. Чоктау, выкрик, Джексон, двойной тулуп. Давно тренируете? Ты обещала, что никогда на лед не выйдешь. Тоже врал. Сказала, что мама врач. Она фигуристка. У твоей дочери талант, как у мамы. К чему привело это ваше фигурное катание? Маменька! Хотела, как мама. Это моя дочь. Не ваш. Если бы он мог, он бы сам позвонил. Давай видео запишу. Пойду надену платье и корону. Папа! Ты самый лучший. Давай больше никогда не бояться. Как возьмет трубу, сразу передашь, ты не понял? Да не бзди ты, Горин, у меня своих трое, все на играх родились. Ни одна жена не жаловалась.